Изначально я, конечно же, хотела назвать свой новый альбом «Жизнь замечательных мужчин», как дань тому проекту музыкально-журналистскому, который я посвятила даже не выдающимся мужчинам, а просто всем мужчинам, дабы сместить несколько нарушенное равновесие сейчас в нашем обществе, когда роль мужчины не просто недооценивается, а когда женская сила, неуместно применяемая в виде излишней самостоятельности, лишает силы наших мужчин. Но поскольку этот альбом и три последних года, когда я над ним работала, он очень изменил и мою личную жизнь, и я увидела, как, идя путем развития женственности, можно не только помочь себе самой издавать в мир красивые женственные песни, но и помочь себе самой наладить свою личную жизнь, то мне, конечно, хочется и в дальнейшем развивать этот женский поток, и я не то чтобы приняла решение, я наконец-то посоветовалась со своим мужчиной и приняла его позицию назвать этот альбом «Благо дарю». Несмотря на то, что изначально это слово вызвало много путаниц, и естественно, что многие люди воспринимали его как одно слово, но женское не то чтобы право, а обязанность все-таки быть в потоке дающей, а не берущей. И название альбома разделилось на две части. Я надеюсь, что женщины, которые его услышат, они подсознательно смогут уберечь себя от ошибок. Все мы себя считаем на самом деле женщинами и женственными, но наши проявления женственности почему-то скатываются в большинстве случаев в так называемую излишнюю женственность. Излишней женственностью я называю проявление капризов, обидчивости, упреков, то, что называется поведением маленькой девочки. Это разрушает наш истинный женский поток созидания. Другие ошибки, которые мы можем совершить в отношениях с нашими мужчинами, это не давать ему права не только на принятие решений, но даже на совершение ошибки. Если женщина поддерживает своего мужа, даже в том случае, если она считает, что он не прав и не изрекает этих обвинений наружу, то вследствие его так называемого неправильного решения с вами не может случиться ничего плохого, и последствия этого неправильного решения будут минимальны, если вы живете в полном доверии к жизни, к Богу и к происходящему с вами. Поэтому моя миссия женская была сделать исцеляющие песни. Мне хотелось сделать песни, которые могут повлиять на вас, даже если у вас нет времени на развитие своего женского потока, на то, чтобы сидеть в мантрах, на то, чтобы читать духовную литературу. Я бы хотела, чтобы энергия, заложенная в них, передалась вам, и вы проявляли истинную роль самостоятельной женщины. Я еще раз повторю, что это заключается не в возможности принятия решений. Конечно же, мы можем делать все сами, но зачем, если наша задача вести себя таким образом, чтобы поддерживать во Вселенной безмолвное уважение к нашей красоте, мудрости и к тому, что мы несем в себе всю красоту Созидания.